раз. Стартовая. Первый жилой гостиный. На синюю линию Газизов, здорово. Бросок и влетает шайба в ворота. Первый гол на арене Кузнецких Металлургов. Забивают игроки Ирбиса, и это Раян Хузиханов. Сегодня вторая игра для защитника 2006 года рождения. А тут гол первый для Кузнецких Медведей. Делает это Иван Фирич. И вы можете слышать сейчас. Выбрасывание выигрывают гости. И вот момент для броска с дальней дистанции. Отбивает Баянов. Добивание и гол. Ну и все-таки 19 бросков створа, это вам не шутки. А вот тут что? А вот тут что? А вот тут гол! А вот тут гол! Быстро Кузнецкие Медведи! Еще и в большинстве успели забить. Доиграл Адель Сафин этот эпизод. Рахимулин бросил и оформил дубль. Александр Рахимулин с неудобной выкатился из-за ворот и вновь переиграл Артура Баянова. И гости с шайбы из зоны выходят. А тут все как интересно складывается у Ирбиса, и завершается это заброшенной шайбой. Классный перехват у Новокузнеча. Давайте посмотрим, что получится. Рычков на дальнюю, и не получил Захарова бросить. А вот здесь Точилкин не попал, и попал. Со второго добивания новокузнечане все-таки забрасывают шайбу в ворота Столпиченкова. Тем не менее, Медведи продолжают атаку. Бросок Фирича. И где шайба? Не в воротах. Еще бросок и гол. Сравнивают счет Кузнецкие Медведи. Снова здорово играют на пятаке, и счет становится 4-4. Шерстнев, нужно бросать. Бросает Шерстнев. И что? И забивает. И забивает Шерстнев за 1/10 секунды до перерыва. Фантастика. Что за матч? Что за матч? Шерстнев снова вводит Ирбис вперед. Полагал я, рассчитывал-то я 1000 на 1500, а в два раза меньше. В итоге 766. Тут что? Тут что? Тут гол. Гол Кузнецкие Медведи. Дубль Точилкина. Казалось бы, уже так не удалось выбраться. Ну да, вот так вот празднуют. Ох, как красиво сейчас уложил Кашина на лед. В домик отправляет шайбу капитан Новокузнечан. И Александр Точилкин выводит вперед Новокузнечан. Ну, к слову, в целом впервые в этом матче. Кашин. И нет, попадает в штангу Никита Онишко.